Всем рыбачкам привет. Так, 8 сентября. Я опять приехал на лесные озера. Восьмерочка так называемая. Если сверху посмотреть, то вот это озеро Восьмерочка. Два острова посередине. Так, будем открывать осенний сезон рыбалки. Сегодня по календарику стоит чудесный клев просто-напросто. Вот рыбачки сидят один, там второй, с той стороны тоже два. Ну вот пока я здесь место выбираю, тот рыбачок там рыбку ловит, карасиков. Не крупных, но ловит. Так, я в этот раз локацию свою тоже поменял. Сейчас то я рыбачил там вот с той стороны. Сегодня хочу попробовать с этой стороны. Вот здесь такое место чистенькое, куда пружины можно забрасывать без проблем, чтобы зацепов не было. В общем, приступим. Время уже, кстати, 12 часов. Ехать далековато. Ну ничего, до вечера посидим. Так, удочки в рабочем состоянии. Все приготовлено. Две забросил, так бы ближе сюда к островку этому. Одну. Вот там вот водоросли в травку. Там такое окошко. Может, что-то оттуда выдавим. Да, телефон не передаст. Ну, видно, да, вот вокруг водоросли. Такой там пятачок. Ждем первой рыбки. Вот и первый карасик. Только разложили удочки и нормально взял. И, кстати, это что? Ваниль на пуфы. Тут на эту удочку я ваниль всю цеплял. И такой видовой. Ладошка. Класс. Сладенькие карасики, как моя бабушка говорила. Лайк. Да, ставим лайки, подписываемся на канал. Так, а процессик идет уже. Вот такая вот красотень. Надо поближе. Охренеть. Класс, нет, да? Такого красавца мы еще здесь не брали. Офигенный. Да ёлки-палки. Как он клевал, как он клевал. Угу. По-серьезному. По-серьезному. Моцно так взял. Только поговорили о том, что должна рыба ловиться.
Да, смотри, какая у него там красавчик. Так, и это опять на ваниль. Понял? Надо ванильку цеплять. Злой, смотри, как распустил свои крылья. Молодец. Красота. Ай, красота. Мяско уже поджаривается. Ой. Супер. Вкусняшечка. Рыбачки съезжаются. Вечером, наверное, будет обалденный клев. Не только я календарь смотрел. Те, кто с утра тут рыбки хапанул, те уже уехали. А вот сейчас на вечер съезжаются. Вон парниша вытянул. Кстати, есть здесь типа плотвы, ну как поляк сказал, то не плотва, но что-то схоже на плотву. И вот это только что парниша там вытянул такое, длинная какая-то рыбеха такая. Надеюсь, и я поймаю. Заколотил он манки. Сейчас на поплавочечку маночка идет у меня. Что-то там играется с ней. Ну, пока мест еще ничего не поймал. Так,
жарятся грибочки, перчик и синенькие. И это все на лоне природы. Рыбка ловится потихоньку. Да, красота. Мяско уже готово. Бомбец. И сейчас под вечерок мы еще и рыбы наловим. И будет все в ажуре, об ажуре. Давай, рыбонька, начинай. Так, нежданно-негаданно, но увалило такое самидло. Небольшой, конечно, но есть. И все на одну удочку. Ёлки-палки, эти все две молчат. Поплавочка там, поклевки есть на манку, но тоже результата нет. Просто какой-то знак вопроса большой. И бросаю все в одну кучу. То есть в одно место туда. И вот одна удочка ловит, а две молчат. Интересный момент. Не отцепился, блин, со своими колючками тебя вот это сейчас вынимать, да? А, крючок недалеко, зашибись. Вот и маночка сработала,
Отличненько, такой карасик. Едовой. Иди сюда. Мой белый хлеб. Класс. Нет, таких карасей на поплавочку тягать. Прикольно. Сковородочкой. Вот так вот. Маночка начала работать. Вот такие вот караси. Жевторыга. Эти удочки стоят пока. Ждут. Пока там карась пидили. А на маночку вот. Красавчики, живчики. Клюют. Заглотишь крючочек. И он отправляется в садочек. Опа, тут только что-то. Блин. Ё-моё. И смотри, ванила улетела. Ловим дальше. О. И даже вот такое у нас сегодня поймалось. Даже не за рот, а за... Я не знаю, он выживет или нет. Я ему зябру немножко порвал. Ну, расти, а нам маму с папой позови. Маночка, маночка, накручиваем маночку. Не дал закормить даже, ты видишь? Писюн малый. Красота, в общем. Да, походу самел. Только ум так хвостом может крутить. Тоже ничего. А мы ждали карася. Вот знаешь. Ёлки-палки. Лес густой. Чё ты там лазал? Сон. Ты бач, еле-еле він зацепил его. О. Американский. Прыгучий. Самидло.
Так, поплавочка работает дальше. Вот такие ладошечные идут карасики на маночку. Обалдеть их тягать. Ай. Жабы. Ай, вода теплая бомба. Такие провода у нас тут со шнуров. Там такое. Ой, перилка, как она там? Перилка, как она? Фу ты, плотва. Сори. Вот видишь. Наконец-то ты пришла. Значит, плотва здесь есть. Вот так вот. Батончик какой, елки-палки. Да. Смотри. Да. Есть здесь плотва, оказывается. А я ж смотрю, что утром мужичок тягал. Я вижу, что-то не караси вообще. Красавица, такая. А? Такая. С красными. Вот так вот. А что же она на маночку не берет, а? Потому что там караси оккупировали. Три вида рыбы мы здесь уже поймали. Видишь, где взяла? Там под, так кинь, под островом взяла. Кинь туда эту. Сегодня, конечно, работает отлично. Хорошо, что я взял маночку с собой. Вот так вот. Угу. Очередной. Жабло риски новый. Ёшкин трёшкин. Они что, младшего заслали? Походу, да. Плыви. Пузиком ударился. Вырастешь, подойдёшь. Дрынь, дрынь, дрынь. Смотри, её качает. Ух ты, ух ты. Ух тышка. Смотри, красавчик.
такой вот ладошечный. Ты уже походу вечерочка пошла. Не, ну их приятно тягать, блин. Ты шо? Такі, блин, поклевки красиві, як вони ведуть от этого. Просто изумительно. Слышь, мені це вже нравиться. З тої сторони сидять мужики, дивляться, вже офігівші. Так слышиш, сколько ти здесь сидів, прикармлював. Ну.
ты, Леся! Вот это лапоть хороший, да? Ого! Я аж подофигел его только что тянуть. Это ты его загоняешь? Ага. Такое. О! На маночку. Мы так не договаривались. Так, темнота, ничего не видать. Рыбачил до последнего. Ой, блин. Так. Наш уловчик.
Не, сегодня мне понравилось, конечно. О! И рыба есть. Вот такой вот. Симпатично все. Супер. Вот это сегодня денек был. Просто. Вот такие лапки есть. Для этих озер это лапки. Ах, класс. Все, едем домой.